Пока мы едины, мы непобедимы. Под таким девизом в детском доме «Ровесник» состоялась встреча для подростков. Мероприятие проходит ежемесячно в рамках экспериментальной профилактической площадки, которую в 2016 году организовала комиссия по делам несовершеннолетних. Главная цель – воспитать в детях законопослушность. Площадка, которая действует у нас на базе детского дома «Ровесник», является единственной в России. В ее реализации принимает участие комиссия по делам несовершеннолетних, три школы, в которых у нас по итогам 2015 года было наибольшее количество правонарушителей. Собралось здесь более 50 ребят. Все они, по мнению специалистов, находятся в группе риска, то есть могут совершить правонарушение. Задача таких встреч – расширить мировоззрение подростков, показать, что жизнь полна приключений и интересных событий, которые за рамки закона не выходят. На базе Ивановского детского дома «Ровесник», который предоставил свои площадки, свои творческие объединения, досуговые объединения, спортивные секции для организации досуга этих детей, а также для развития вектора в направлении законопослушного поведения. Игра этого вечера с перефразированным названием «Когда, где, что» интеллектуальная. Все вопросы связаны с историей нашей страны. Между собой соревнуются две команды – «Единые непобедимы» и «Патриоты». И задание время здесь действительно для знатоков. То, что изображено на памятнике, я вообще не знаю, что там изображено. Вот. Для меня, в принципе, все вопросы сложны, потому что они все связаны с историей. А сейчас, как бы мы же учимся в юридическом институте, и у нас сейчас специализация в основном на время, которое происходит сейчас. А история для нас уже очень тяжело. Это тот случай, когда цель оправдывает средства. Подобные профилактические мероприятия, по мнению организаторов, положительно сказываются на подростках. За последний год количество правонарушений среди несовершеннолетних сократилось более чем на 13%. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.